Кофе-совет. Несмотря на то, что Италия – родина эспрессо, при заказе кофе у себя в стране итальянцы практически никогда не говорят «дайте мне эспрессо». Для того, чтобы попросить у бармена кофе, здесь достаточно сказать «un caffè per favore» – «один кофе, пожалуйста». По умолчанию это и будет означать эспрессо. Такая форма не вызывает вопросов, потому что именно этот способ приготовления кофе является в Италии безраздельно доминирующим. Правда, заметив вас иностранца, бармен может уточнить, что именно для вас означает кофе и какой точно напиток вы желаете заказать. Но в 99% случаев фразы «un caffè» или «un caffè per favore» вполне хватит для заказа чашечки эспрессо. Итальянцы очень консервативны, но зато у них все вкусно и понятно. Смотрите другие кофе-советы. Подпишитесь на лучший кофейный канал.